напоследок средь этого зала. Так разрешите ж сегодня по поводу бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Thank you.
одно лицо, и не знаю, насколько там...
Солнечный мир не прост,
Здесь ответа нету проще. Мы рядом с вами навсегда.
Пусть и везде нежны, за то, что дошили нам долго и бережно, девочки, мальчики, будьте здоровы, не обижайте нас, вы все, спасибо за то, что вы у нас есть.
расскажите о своих эмоциях. Ну, переполняет вообще. Да, просто это что-то, чего мы очень долго ждали. На самом деле очень грустно и радостно. Даже не знаю, что сказать. Это правда, это что-то прям вау. Как экзамены прошли у вас? Ну, достаточно хорошо. Мы все боялись, но мы благодарны нашим учителям. Мы 11 лет. Да, спасибо им большое. Они просто нас душат, да, и мы все сдали. Куда поступать собираетесь? Это пока секрет. Институт, конечно. Да. Ну, я ничего толком не знаю, честно. Ну, может быть, что-то хотите пожелать будущему поколению выпускников? Не обижайтесь на учителей, да, они ругаются, да, они бывают строги, но они нас очень-очень любят, и вы потом это обязательно поймете. И ничего, то же самое. Давайте теперь о девичьем поговорим. Насколько вам сегодня пришлось встать утром? На самом деле у нас все было вечером, поэтому я спала, наверное, до 12. Ну, хотя вру, я встала раньше, у меня был жуткий мандраж, но могла спать. Я в часов 10 встала, там маникюр, педикюр, пока это все. Расскажите, во сколько, в какую сумму вылился вам выпускной, вот со всеми платьями, туфлями, прическами? Со всем. Вот если вообще все взять, да, то 25. 40. Обалдеть. Крутовато вышло. Ну все, с последним звонком, все вместе, конечно. Да. А если именно выпускной? Именно выпускной, ну значит где-то 15. А у тебя где-то 20. На, платье 20. Хотя не скажешь, что 20. Каждым годом все круче. Да. Да, мы стараемся. Спасибо. Ребята, расскажите о своих эмоциях. Это стандартный вопрос сегодня. Ну, эмоции переполняют. Все, мы закончили школу. Как бы печально и радостно. Все. Очень круто. И Спартак делит. Вообще да, огонь. Круто. Все понравилось, отлично. Как ЕГЭ сдали? Хорошо. Да. Естественно. Даже очень. Не сбежим всех. Мы можем сдать. Только отлично. Да перед вами ботаны стоят, посмотрите. Да, да, вот видим ботаны. Вы скажите, с телефона-то можно было все-таки списывать или нет? Нет. Нет, никогда нельзя, нет. Кто-то мне подсказывает, что они лукавят, так мягко говоря. Мы не врем, мы не врем. Ребят, ну расскажите, куда поступать собираетесь? Не знаю еще, как так, выбора много. Куда почему? Поступим? Куда поступим? Куда возьмут? Ну, я физик-ядерщик. Я с ним. Куда поступим, туда поступим. Неизвестно еще. Да, куда возьмут. Может быть, что-то хотите пожелать будущим выпускникам? Не знаю, оставаться тогда. Ну, не терпение, терпение учителям можно желать. Оставаться такими же, наверное, как мы. Да, помогать всегда учителям и... И все будет хорошо, друг да, и помогать друг другу. Я присоединяюсь все. Полностью. И все будет. Никогда не бояться ничего, ничего. И вот всегда, и да, всегда стоять на своем. Всегда стоять на своем. Вот, не надо бояться этого, это все. Главное верить в себя. Да, и все, и все будет хорошо. А учителям пару слов или родителям? Спасибо. Большое спасибо. Огромное. Просто спасибо. За то, что... Пора бежать. Ребят, давайте теперь на раз, два, три громко. Выпускники какого года и кто вы? Давайте. Раз, два, три. Выпускники 2015! Повернитесь.
Виолетта. Трудолюбива, добросовестна, активна и искрена, не откажется
помочь, если будет вам не помочь. Пусть служится в жизни все у нее и будет на сердце тепло и светло. Способный и с хорошей головой, совсем не глупый, говорливый, умный малый. Все складывал и на лицо, скажу я вам. Сережка – это гордость и опора мамы. Кашин Валера, да, бывает разный, кто молчаливый, кто шумный, развязный. Мы с нашего лета очень умелки. Желаю, чтобы все исполнилось. Все, что вы хотите. Нежна, у вас какой любимица, во всех делах хороша, и жизнь можешь ты гордиться. Добилась мне всего на пять, сегодня я не знаю еще. Ее договориться все живет. Скромна, молчалива, серьезна. В учебе умеешь искрен. И если сказать откровенно, пример подражания для всех. Отличный двигатель моста и волнами. Поет, танцует и всегда полна идей. И про нее нельзя сказать определенно, какой талант не проявляется сильнее. Озорно поставит. Равно глаза блестят, покорить весь мир хотел. Даша милая душа, в ней много трепета, тепла. Она сама всем хороша, легка в общении, проста. Но из веселого заслон стремится сделать все с умом. Наш Паша любит нас и пол. Легко забивает за гонку. За лиды сорву вошла на руку и чьи команду летищи. И пусть здоровье будет третьим, а сердце вечно молодым. Пускай же день поведет светлым. На радость нам и всем родным. Я понял.
давно стал тренером на Гриша Ростовского массажа. И белый день со скорой открыть. Он шел в город и помог наша. Его нам будет трудно заменить. Во всем всегда он добывается на суде. И сам решение верно придет. Любому другому будет рады институт. И свою жизнь, и место в жизни точно отделать. Это директор школы. Мы вам поздравляем вас. Спасибо большое.
спасибо за терпение, спасибо за то, что у вас верили, спасибо за этот вечер. Но вас очень сильно благодарим и любим. Спасибо вам! Yeah.
ответ. Жучка, вы жучка. А, нет, вот Вера мы уже взяли. Вы жучка, вы внучка, идите ко мне сюда, господи, боже мой. Так, жучка, внучка, значит, встаем, репка, детка. Паша, говорит, Паша, пятачок. Пятачок, вставай. Так, Винни-Пух, пятачок, вы ослик, а, идите сюда, надо, человек, вы будете осликом, а? Так, горшочек с медом, ты будешь занавесом, занавесом, занавесом. И иди сюда, будь кукушкой, пожалуйста, давай, иди сюда. Редко выходит под первую музыку. Детка репку обхватил, потянул, что было сил. Веселая музычка любая. Бабка в полушанке новом деду подсобить готова. Ногти лащите, внучка. Ей, признаться, вообще нету овощей. Пики хором тянут, потянут, а вытянут. Даже кость не доглотала. Да и еще при всем при том машет радостно хвостом. Тянут, потянут, вытянут. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детка, детка за репка. Тянут, потянут.
нарушенную экологию. Винни-Пух гладит кукушку по шее. Кукушка однажды смотрит в глаза Винни-Пуху и кукует голосным человеческим голосом. Пятачок, отнесите ей шарик чуть левее, пожалуйста. Хорошо. После меня вы сейчас по центру выходите. Из леса выходит ослик Ио. Песочник и Винни-Пух раздаются странные звуки. Это Винни-Пух лопает горшочек с медом. Ослик Ио подходит к домику пятачка, а тут тоже раздаются странные звуки. Вы удивитесь, но это пятачок выдувает воздушный шарик. Ну, включай уже посередине музыку. И пятачок с воздушным шариком. Винни-Пух вручает ослику Ио горшочек с медом. Пятачок вручает ему воздушный шарик. Они не хотели ломать его подарки, они просто пошутили над другом. Дружно все тянут за уши ослика Ио. И кричат: с днем рождения! Твоя шансы мне, мама, это не чего.
Всем должно пройти обручение. Дальше.
Я увеличиваю расстояние еще буквально на сантиметр. Мальчишкам рекомендую джинсики повыше подтянуть, дабы джинсами не раздевать. Девчонкам, если есть полугав, без полугав, молодцы. Берегите ноги. Дайте поаплодируем этим свинчикам.